ума как сходим. Как весело. Это только скворцы вот так делают. Это вот стоял куст с чижатником. И вот это объели так. Это капец. Просто, наверное, плохо видно. Половину вот так съели и все. Вот так вот берут и грызут его. Сгрызают. Клювы точат, видно. Внесла новые веточки ивовые. Сейчас буду устанавливать. Красавица. Попрятались. Вот это вот полевой, он у меня полгода. Ну что-то дикий, что капец. Вся птица спокойная, давно уже живет. А этот будоражит всех. Носится, носится, носится. О, успокоился чуть-чуть. Джурбай с хохлатым, он спокойно сидят. Это певчий спрятался от меня. Рядом перепел. Садовая. Спокойная тоже, как танк. Это очень старая, наверное, самая старая птица. Овсянка обыкновенная. В вольере самая старшая. Вот это вот она. Вот эти два жаворонка, хохлат и джурбай. И один из репусов, вот тот, который с краю. Я его отличаю, у него бороздочка вот эта посредине белая, она как изогнута немножко в верхней части. И вот видно старая птица, насколько низко заходят вот эти вот пятна на груди, прямо до самого низа. Это тоже очень старый репус такой уже, возрастной. Это черноголовая овсянка, тоже уже 100 лет у меня живет с самого начала. Ну, скворец, слава богу, подуспокоился. А то все кидал сигнал тревоги, тоже всех будоражил. Пара щеглов. Самочка щегла. Такая разговорчивая, постоянно поет. Я даже сначала думала, что это самец, пока она яйца не снесла. Ну, оказывается, еще такое бывает. Загнездилась я в прошлом году вот с вот этим вот чечетом. Ну, вот. Такой парень себе, бравый. О,
Ну, я не красила, он не крашеный, поэтому такой серенький. Ну, в общем-то, и все, наверное. Птицы немного, ну, все уже родные. Джурбай поет уже месяца полтора. Тоже с самого начала, как запустила вольер, вот это он у меня с этого времени. Красавец. Вот это вот с полевым только, вот не знаю, привыкнет или нет, или придется убирать.